Добрый день, друзья. Сегодня занимаюсь тем, подготавливаю новый казан. Подарок зятя. Вот, провел процедуру прокаливания огнем. Все эти технические масла, чтобы выжечь. Теперь залил пол-литра масла. Двумя ложками соли, и процесс идет дальше. Ох, уже температура такая. Вот сейчас надо будет все эти по стенкам все пролить маслом, просолить все. Вот уже соль желтеет. Еще минуты 3 и готово. Тут на такой маленькой печечке все это делается, как говорится, без шума и пыли. Затем, как эту процедуру мы сейчас закончим маслом прокаливания, вот, хорошенько промою и казан готов к эксплуатации. Надеюсь, будем готовить очень вкусное блюдо. Сегодня уже зять продемонстрирует какой-то из блюд. Весь в искушении. Пока. Всем здоровья.